Бизнесмен Павел Дуров вечером 24 августа был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. По информации французского телеканала ТФ1, ему будут предъявлены обвинения, связанные с работой Telegram. 39-летнему Дурову грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ТФ1. Дурова могут привлечь к ответственности как соучастника самых разных преступлений, в том числе мошенничества, терроризма, отмывания денег, торговли детским порно. Позиция следствия якобы базируется на том, что преступники использовали систему шифрования сообщений в Telegram в интересах сохранения анонимности. Дуров же при этом отказывался сотрудничать с властями. Telegram — это улей криминального контента. Из-за зашифрованных сообщений многие учетные записи в Telegram используются организованной преступностью, пишет ТФ1, называя Telegram платформой номер один для организованной преступности. Бизнесмена будут судить как француза, так как у него есть гражданство этой страны.